Мы в прошлый раз говорили про обитель. С тех пор произошло то, что прогнозировалось в нашей беседе, что она была признана. Но что с экранизацией? Мы про экранизацию тоже говорили. Какие подвижки есть? С экранизацией все, с одной стороны, серьезно, с другой стороны, ничего не происходит. Потому что после того, как у меня уже приобрели права, там появились такие люди с такими деньгами, которые готовы выкупать ее просто за... Я даже боюсь это вслух эти цифры произносить. И понятно, что интерес к этому есть, но я, как в стихах говорится, я другому Антонай буду веком верна. У меня есть с Сашей Лединским, замечательным режиссером, да, у нас есть договоренность о том, что снимать будет только он. Поэтому, вы вместе были на Соловках. Да, поэтому я буду ждать Сашу. Саша сейчас снимает фильм, он сейчас находится в процессе работы. Как только он завершает этот фильм, он тут же бросается на Соловки. А мы тем временем, иногда с ним встречаясь, мы выписываем все 50 персонажей этой книги. Книжки, там много героев, книжка толстых героев много, и так напротив пишем там, это у нас будет играть, и такие, да, вот он. А это... для Артема не нашли. Для Артема не нашли. Не нашли. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».